Всем привет! С вами Лего и наша команда Чип Дейл, Денсол, Нетерн. Все в сборе. Всех с новым годом. Всем привет. Всех, кстати, да, всем с Нового года. Эта съемка ведется уже практически в Новый год. У кого-то осталось 2 часа, у кого-то 4, у кого-то 6 и так далее. И, в общем-то, мы решили сделать новогоднее открытие подарков. Получается, я беру по одному подарку и открываю. У нас в первом подарочке... Подожди. Тогда я лучше все лутану. Вот так вот, чик-чик-чик-чик-чик, и посчитаю, сколько их всего будет. И всего их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да-да-да. И это получается открытие кейсов. Ну, короче, смотри, давай, подожди. Сейчас даже знаешь, как сделаем? Нас получается раз, два, три, четыре, пять человек. Раз, два, три, четыре, пять. Как раз каждому по два подарка. Допустим, я Дэн Соулу говорю, из одного до десяти какой ты подарок забираешь. Я его открываю, тебе скидываю. И посмотрим, кто насколько, типа, круче при открытии набьет каких-то вот этих вещей. У кого будет, допустим, круче и, ну, и лучше, тот, грубо говоря, и победитель 2016 года. Давай, допустим, Дэн Соул говорит... А по очереди, по одному. Дэн Соул, какой берешь? С первого по десяти? С первого по десятый? Седьмой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ты пока его не открывай. Просто не открывай. Я, чтобы все видели, я скажу. Нетерн, теперь осталось... Я их сейчас потусую в разные стороны. И тоже с первого уже по девятый говори какой. Все, тусую я пока. Все, готов. Я готов. Какой? С первого по девятый. Давай, шестой. Три, четыре, пять, шесть. Год. Ну да. Скинул тебе. Так, давай, Дейл, ты какой? Подожди, пятый. Потусую. Раз, два, так, чик-чик-чик. Пятый, да? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Скинул. Тебе чип какой? Один. Ах ты хитрец, я еще не затусовал один. Все, скинул. Один. Я себе возьму вот этот. Убрал. Теперь Дэн Соул. Теперь у нас осталось уже подарков. Три, четыре, пять. Какой? С первого по пятый. Два. Два. Какой Нетерн? Троечку давай. Троечку дал. Четверочка. Дейл... Нет, четверочка нет, три осталось. А, три, так. Это сложный выбор. Второй. Давай, скинул. Тебе первый или второй? Один. Все, один. Смотри теперь, что делаем. Дэн Соул, скидывай мне свои два подарка, я за тебя их открою. И потом тебе их обратно верну. Так, так. Чтобы, чтобы было по-честному. Открывает Дэн Соула подарки. И что мы видим? 40 металл высокого качества. Скинул тебе обратно. Давай, теперь ты, Нетерн. Поехали. Открываем нетерновские подарки. Раз и два. 300 сырой нефти. Че-то нам вообще не везет. Он сейчас говно падает. Подожди, а интересно, что лучше, нефть или... А почему они так как-то складируются? Что за... Дейл, короче, шотган, 12 патронов и 20 высокого. Ты чё, чип? Дай патрон. Так, и у тебя чип, Нифига, у тебя 2 шотгана и 24 патрона. И у меня... У меня тоже 2 шотгана и 24 патрона. И как короче, быть? Короче, мы победили. Подарки. Прикинь, из мелких там. Так, ну из мелких куча дерева, всякой фигни. Давайте я там лишнее домой отнесу. Давай. Тогда можно... Нет, шотган, кто хочет, может взять, в принципе. Я сейчас что сделаю? Сейчас припишу Kit Medical и всем советую. И мы пойдем в бойню. Что-то я не понял. Дайте я играл подарочек на другом сервере, и мне из этих красных подарков вылетал тюрель, калаш вылетал. Чишка, по-моему, даже вылетала. У нас из 10 подарков выпало как-то... Чё, броню что-то... сразу надевают. Что-то как-то не то выпало, Soul по-моему. Metal. Soul Metal. Не... А, на тебе еще ресурсы, тебе скину. Шапку выкинул. Мне, знаешь, кажется, в чем фишка была? Мне кажется, нужно было в следующий раз, если мы еще успеем предновогоднюю такую фигню замутить, чтобы каждый открывал. Может быть, какой-то рандом, типа, есть у каждой модельки персонажа. Ну, в смысле, в январской я имел в виду, в январской. То есть, считай, все равно же Новый год считается до 10-го праздник. Вот такие дела. Ну что, а мы сейчас в данный момент двигаем. Давайте возле дома встретимся. Кто у нас побежал складывать ресурсы? Я. Все, тогда погнали. Че, куда пойдем? На этот, на цистерну? Куда лучше пойти? Все выходят. Все нормально. Давайте пойдем в сторону цистерны. Броню оденем, кто там кого охраняет. Че охраняет? Броню оденем какой-нибудь. А, я одел, в принципе. Нафига ты? Ты вообще боевик, что ли? В голову попал и убили тебя.
себя в голову попал вот так вот, и все. И все. И нету шлема. У нас железных шлемаков нету, да, еще? Нету. Ну ладно. Я пойду в шапочке. По идее, болтовки, много болтовок не надо. Мы, допустим, с Нетерном сзади будем идти, а кто-то впереди шотган, там калаши, если есть, конечно. Вот, и в таком духе. Типа, будем хотя бы чуть поумнее, хоть что-то разрабатывать и пытаться делать. А не так, как бежим и типа, наваливаться на кого-то. То есть, если, допустим, нас выбивают каким-то образом, то есть вас, первую планку, то мы сзади как-то прикрываем и принимаем ТП-хи на кого-то, если еще идет война. А не так, чтобы нас зажали и калашами убило. Тем более с пулеметом это, мне кажется, хорошо работает. Если у кого-то есть пулемет, просто зажимаешь вниз, и там по 2-3 патрона и минус чувак. Очень хорошая штука. Вы там что? Все готовы? Да, мы возим. Сейчас, подождите. Окружайте меня. Я же типа босс. Окружать вокруг тебя? Вокруг меня, да, встаем. Все, давай, ты босс будешь, Новый год, новогодний босс мало будешь. Мало что-то, да. У нас не хватает Дэн Соула. Сейчас, я рисую в другой дом. Да, защита у нас, конечно, классная. Хотя бы лучше бы, хотя бы одна маска выпала бы железной, нагрудник. Одни шотганы, вот. А там же есть вроде. У меня вот такая есть штука, кстати. У меня нагрудник изучен уже железный. А, нормально тогда. Ну что ты там потерялся-то? Ты хватит красить там ноги свои. Выходи давай уже. Заур, прекращай это дело. Ну где ты там? Я в тебя конфетти стреляю. Лысый быстро не бегает, я не виноват. Мне кажется, он бы мог уже... О, Габона взяли, да, в клан все-таки? Да. Все-таки он добился своего. Он подлутывал хоть лут-то? Помогал. Все, я вышел. Потому что он так встревал. Где-то тебя не видно. Он вообще так встревал в первых сериях. Постоянно что ни есть, то Габону вылетает. Ну, пойдем потихоньку. Я не знаю, где ты вышел. Ты, наверное, в другом мире вышел. Где ты вышел-то? Все, вот, погнали. Вот, вот. Так, цистерна в той стороне. А вот эти соседи, которые стреляли из всякой всячины. Они сегодня отхватывали. Отхватывали, да? Я смотрю, да. У них что-то дом-то не расширяется. Вот это вот не дело, как бы, то, что когда ты просто фанишься, стреляешь, в итоге просто их дом отлетает, грубо говоря, через 2-3 дня. И все. И конец. А вот это что за круг вот там вот? Вот там. О, чей-то дом. Чей-то дом, кто-то начинает его только строить. Так, ну тогда... О, наконец-то как раз светает. Все отлично. Я еще первый иду. Давайте вы вперед идите. Босс вам. Босс должен идти. У босса калаш. Босса вперед отправляйте. И все. Давай мы сзади. Да. Я поэтому и говорю. У тебя шотган еще есть на всякий? Ну, сюда да, на всякий. Мало ли. У меня тоже... чувак. У меня тоже шотган есть. Можете пайп дать. Да не, нормально, сойдет. Я не думаю, что у нас прям так сейчас... Черкаша чисто так. Да, у меня черкаш. Подождите, я уберу быстренько экран. Гамму? Да, все, поехали. Там вот стрельба, смотри. Где? Слева, справа? Прямо? Вон там, за скалой, прямо. Все, идем. Ого, в этом доме топится. Надо... У нас базуку никто не находил еще? Сишки? Еще что-то такое интересное. У каждого новогоднего видео должно быть... Не убивать мы должны. Ага, наоборот, ну мы как это, что, мы спраздновали, типа, посидели в будке железной, подарки каждый получил, только что-то я реально думал, намного круче будет, я на эти красные подарки пипец как ставил ставки, такого не может быть, что какие-то металлы повыпадали, еще что-то. Нифига, там валилово идет. Вот, дробовик работает. Все, готовимся. Но я думаю, вы их сами порешаете. Скажи, с Новым годом, когда убиваешь, с Новым годом. О, это нервы здесь, это здесь нервы, нормально. Где они? Это вот в синем бежит. Справа еще. Хорош. Минус один. Хорош на этом. Где тот в синем? В синем он не убежал, все, валило. Хорош. Еще где-то, еще справа. Один. Убил. Хорош. Отлично. Молодцы. Все, забираем. Всякую всячину. О, шотган нашел. Теперь мне не нужен черкаш, я выкидываю его нафиг. Так, шотганчик есть. Мясо есть. Все, хорошо. Че написали? Все, нормально у нас тут все по плану.
Мы пойдем. Это. Что за лучник? Лучник какой-то идет на этом тебе. Где? Ну вот какой-то шел лучник непонятный. Или это наш был? Нет, это был не наш. Еще какой-то бомжик. Ребятки, да, у меня. Упал вниз он. Ну-ну. Я же говорил, я видел его. Так, красных патронов 25. Есть. Где? С левой стороны, как мы заходили, слева. А ты сам где? Вот-вот-вот. Прыгаю. Здесь... Ага, понял. Пойдем в сторону цистерны, где-то. Там посмотрим, что. Нам нужно попробовать полутать какие-то бочки, может, вдруг повезет, а? Какую-нибудь ракетницу найти или еще что. Вот хоть аэродроп бы полетел. Кстати, аэродроп зеленый горит. Где он? Ты говоришь, вниз он ушел, да? Или куда? Да, где-то вот сюда ушел. Так он голый был вот или одетый? Дед. Не одетый, с пистолетом. А, нифига. А, во-во-во-во-во, да-да-да-да. Он белый еще. Попал по нему, по ногам. Он плутает. Это не тот с это пистолетом, не тот? Который... Нет. Тот в футболочке был зеленый. Тот, поход дела, уже улетел. Чекаем самолет и бежим на опережение. Будем воевать сейчас за Айр. Давайте сгруппируемся. Ага, все вместе. И смотрим. Во-во-во, погнали. Далеко. Вижу. Да, может, успеем. Даже если и не успеем, мы кого-нибудь захватим. Вот так вот сейчас. Ну, вот если бы он сейчас бы он скинул, было бы нормально. Ну, скидывай. Во, более-менее. Это получается ближе к бомжам всяким лут. Вот смотри, вот там же, получается, живут нервы, да? Вот справа дом вот этот. Или нет, вообще все-таки? Вообще не в курсе. Или все-таки нет? Просто там кто-то... Когда мы начали играть, мы нервов убивали, они откуда-то отсюда приходили. И такое ощущение было, что кого-то оттуда. Но они ведь не умеют строить красивые дома. Они же больше будут строить защитные дома, правильно? Зачем им строить красивые дома? То есть, возможно, они там просто резко набирали вот этот круг, начали строить? Ну, короче, не знаю я. Возможно. Возможно, да. Потому что они же любят круг. Поставить здесь просто шкаф свой, и все, и минус дом. Да, просто не давать расстраиваться. Да-да-да, главное, чтобы была лазейка. Кому пистолет дать? Никому. Кстати, кто-то мог на хом полететь и уже давным-давно бежать еще ближе. Ну ладно. Это уже 30 секунд, мы за 30 секунд дальше пробежим, пока-то поедет. Мы, по-моему, уже вообще не успеем, да, никак? Ну, хоть постреляемся. А мне кажется, хоть кто-то будет. Интересно, туда вообще кто-нибудь пойдет? Было бы хорошо посмотреть. Хорошо посмотреть. Нам осталось-то чуть-чуть ракет найти. Ракетницу. И все. Залагало что-то. Ага, и вы вперед меня ушли. Нормально. Вчера, потому что настроили сервак на 110 онлайна, а потом что-то рестарт случился, и невозможно настроить опять. Да вроде, по-моему, от онлайна слишком не зависит. Бывает такое, что нормально играешь, потом хопа беда, потом хопа нормально. Возможно, это, я уже говорил, типа всех могут дудосить, и перераспределение вот этого трафика происходит. Но не факт. Не факт. Так, надо съесть всякую всячину. Ну все, я уже даже лута не вижу. Есть ли смысл туда идти? По-моему, уже нету. Что за вышка? Не знаю. Давай тогда куда пойдем? На эту? Куда и шли? Вон слева человек по железке бежит на нас. Где? Ага. По железной дороге. А он голый? Нет. Че, стреляем? Готов? Да, он голый. Я не попал. О, попал. Все, упал. Хорош. Упал. Прикинь, я его, по-моему, через бочку прострелил. Звук... Да, ты через бочку попал. Звук хеда был, а я бочка-то не знал. Бочка-то простреливается. Я не знал даже, что бочка простреливается. Это новое обновление. Они теперь урон проходят через бочки. Давай тогда левее. Стеночки всякие разные. Левее пойдем, и на цистерны. А этот через стены тоже, да, пройдет? Через стенки РТ проходит. А по-моему, а через каменные стены не может построить? Через каменные нет, через деревянные только, которые из дерева улучшены. Ну все, иди давай, веди, Дейл. Ты должен нас водить на какую-нибудь крупную рыбу. Ты должен знать, где кто есть. Это что такое? Это свои? А ты говорил, пайпуху дать, мне теперь тоже шотган есть на халяву. У нервов пока максимум получается какие-то шотганы. Человек. Их человека 4, может 5 сейчас играет. Нормально. Но у них нету балконов, да, как я понял? Нет. Шотганы с подарком. Ясно.
Максимальная, О, смотри, сколько бочек. С Томпсоном, нервы еще. Угу. Кстати, вон, миди блэк. Давайте подбираем бочки. Справа, ребят, человечек. Где? На пригорочке, в горах. И слева смотрим. Они... А, и его... справа, и слева. Так, они того убили. Двое справа. Трое справа. Трое справа. Нужна хелпа. Я иду, иду. Они прыгают. Я подхожу. В голову дал, Беру шотик. А подожди, а где они? Они наоборот убегают. За пригорком. Ага. Что-то уже... Ага, уже нет никого за пригорком. Нифига они по тапкам дали. Убегают, вижу их. Убегают? Да. Один направо пошел, другой налево, и все в рассыпуху. Одного убил. Хорош. А другие налево пошли, левее пошли. Не знаю, может у них что есть? По-моему, только луки были. Да, здесь у этого ничего не было. Это в кидстартерные парни все. Справа вон тоже неплохие дома. Все, они на ТП-хах улетели уже. Так. Группируемся тогда и опять за Дейлом. Вы где? Я пытаюсь вас найти. Сейчас, давай этот возле антенны этой встретимся тогда. К антенне все. Вот он. Вот. А это кто? Это не наш. Что-то тебе говорил. Мне что-то говорил? С Новым годом, что-то наверное. Хотел сказать. Ну давай поспрашиваем, что он. Что он? Здравствуйте! Одевайте шапку быстро, мистер. Нужно одеть шапку. Шапка безопасности, чтобы вас не трогали. Все. Теперь можете идти с миром. Теперь мы вас не трогаем. Пойдем на этот, на цистерну. Пускай он тут бродит. Только с нами не ходите. Хотите убивать тех, у кого нету шапки. Давай. Ну такой вообще припотел, дальше пошел. Скажешь, нихера себе, что вообще происходит? Где еще будут выстрелы какие-нибудь? Ну смотри, если бы... Опа-на, что такое? Бочку разбил. Ага. Если бы здесь кто-то был, тогда бы они бы уже это... Дали бы о себе знать. Но здесь никого нет, к сожалению. Чертежи, колья всякие. Угу. Справа... Смотри, это что? Это наш дом же, блин. Знаешь, что я хотел сказать? Смотри, аналог нашего дома. Вот это я поплыл по-дикому. Ладно, идем дальше. Нам надо найти, блин, стену тоже каменную. Может быть, ее как-то можно будет обменять, пока калаши и болтов в цене. Чисто стену обменять и здесь застраивать все стенами. Вообще просто тупо все застраивать. Чем больше, тем лучше. И будет нормально. Потому что я так понял, в Расте, когда ты живешь в одном доме, это все бред. Надо новую тактику мутить. Просто деревню из домов. И иди найди там, где ты живешь. Вот такие дела. А сам какой-нибудь квадрат построил, а там лут весь оставил. Все спалил. Ребятки, вы где? Мы дальше пошли опять к этому заводу. Только, наверное, в сторону цистерны сейчас отправимся. Я воздух постреляю. Вижу. А что, настрою? Вас трое? А где Денчик? А, нет, Денчик здесь. Я тут. А кого не хватает? Дейл? Чип куда делся? А Дейл тут? Давай. Ну, он ТП накинет, да и все. У него там Новый год начался, походу. Да. У него, кстати, по времени. У него все. Ну ладно, нормально тогда. Нормально, поздравим все его с Новым годом. Он, наверное, уже сейчас за стол такой сел. Ну ладно, такой Alt F4 просто нажал. Ничего не сказал. Ну ладно. Смотри, залезть можно. Ага. А дальше, О, ну это там уже кто-то побывал, наверное. Ага. Это пустыри вынесли, помнишь, мы тут бегали? Да. Что, погнали? Мы с Нетером бегали или с Аллахом, я не помню. И тут эта дверь была, вынесли уже. Уже все, дома нету, считай. Что, пойдем дальше? Дальше смотри, 143 человека, опять никого нету. Где все-то? Вы где все? Получается, надо уже здесь фармить на базуке. Потому что никто не ходит, еще ни у кого ничего нету. И мы что-то жестко под Новый год взялись. И все выбили. Ну как все? Не все, конечно, но
У нас большое, большое, да, большое преимущество по оружию, поэтому сейчас никто не хочет встревать. Никто не хочет крафтить, тратить весы на какой-то Томпсон там, из которого ничего не сделаешь. Тут чуваки с болтовками бегают, с шапками и с калашами. Иди попробуй что-нибудь сделай. Убивают всех, у кого нету шапок. Да-да-да. Какие-то маленькие дома строят. То есть, видишь, тут надо как-то в кланы соединяться. Другим людям. Я вот вчера заходил, на сервере много клан-тегов было. А сейчас вот смотрю, люди пишут. Уже не так. Уже просто простые игроки играют. Это тоже на самом деле хорошо. Лучше вот выносить первым делом кланы надо. Так и интереснее, и по балансу не сильно давит. Опа, вот они бегают. Где? Где? В РТшке? РТ. Ага, вижу. Да-да-да, опять они. Поехали. Один в домике за домом белым. Снизу. Хорош. Я убил снизу, чувак. За домом прям. Как-то надо подняться. Упал. Упал? Убил. Нет, это не те. Это тоже какие-то были. Под лутовой кроем. Смотри, все почему-то стараются прийти на этот завод. Хотя здесь вообще же все херово. Какой смысл? Что-нибудь было там интересного? Да, ничего такого. Пойдем тогда на красный купол. Посмотрим. А, это нашего братана что ли убило или нет? С шапочкой. Надо шапочку у него забрать. И если бомж какой-то бежит, не убивайте его. Мы на него надеваем шапочку и не трогаем. Не убивайте его, шапочку одеваем и не трогаем. Да-да-да. Все, нас четверо, нормально. В принципе, вчетвером это нормально. Вот когда вот кипер вчера был, мне не очень понравилось. Ладно, мы не снимали. Когда вот вообще Арава играет. 8 человек играл. Вчера 8 человек было, я даже вообще не понимал, что происходит. Все что-то там, ой, я там Том, я там этого, я третьего, я десятого. Я вообще в панике. Еще Friendly Fire не было. О, вообще весело было. О, подожди, шапку одеваем. О, чувак, чувак, тормози. Тормози, ты чувак. Ты нам это говоришь, по-моему. Нет, я во всем. Мужик, мужик, стой. Стой, ты где? Мы не будем тебя трогать. Ты где, парень? Сюда, Айда, сюда давай. Сюда давай. Шапку одевай, шапку одевай. С Новым годом. Шапку надо одевать срочно. Во, нормально. Песенку знаешь какую-нибудь? У тебя есть микрофон? Если нет микрофона, тогда все, жизнь боль. Ну ладно, пойдем нового найдем. Нового подопытного. Что с этим будем делать? Смотри, что это настроено? Это что за избушка на курьих ножках? Кстати, да. А что это за... Я вообще не понимаю, что это за бред. Все из дерева. Дерево-то... О, подожди, здесь... Нет, нельзя пройти. Сломать-то быстро сломать. А, нет, кто я... Кто говорит, что это его дом? Его дом? Да. Ну-ка, открой, открой, дай хоть просто посмотреть, чтобы мы знали, чтобы тебя не рейдить. Открой дом. Смотри в натуре его. Просто посмотрим. Нифига себе. Нормально так-то. По угару вообще. Смотри, что чувак намутил. Прикольно так-то. Хер поймешь, что намутил. Получается, смотри, ему только фундаменты взрывать надо и все. И тогда он ляжет, да? Не, прикольно. Ничего нет. Но у него это, наверху шкаф, да? Или в центре, подожди, или вот на, в этой херне. Вот здесь, скорее всего. Эй, тогда шкаф ломаешь и все ремуешь, и нет базы. Да. Ну ладно, пойдем. Его трогать. Замки стоят. Его трогать. Его трогать не будем. Выходите. Просто задумка классная, вообще молодец. Смотри, у него крыша вся такая нахерачена. Знаю, где у него шкаф, и он не закрыт. Не закрыт даже? Да. Ой, господи, бедолага. Главное, чтобы его не снесли. О, о, о. О, он чувак над этим. А, ну это ладно. Он тут строит. Почему? Попасть не могу. Вот такие вот надо дома рейдить. Всякие вот такие вот. Полунедостроенные. Не у всяко там лута нормально. Давай двигаем тогда в цистерне. Посмотрим, что там. Подарочную миссию мы выполнили. Всех с Новым годом поздравили. Даже кого-то убили. Эй, это откуда? Это ты? Я. А. Он там, бедолага, начинает застраиваться сразу, застраиваться. Чувак на скале. Где? Два. На скале? Вижу, вижу. Они с чем были? Одно арбалет вроде бы.
Идем. Арбалет, это, конечно, мощно. Арбалет сразу убивать. Сразу. О, лук достает даже. Мне кажется, когда слышишь... Он биться собрал. Да-да-да, я вот про то, я говорю, когда... Мне кажется, когда слышишь выстрелы болта и калаша, надо уже сразу бежать идти. В итоге его никто не убил. Смотри, мы подходим... О, прикинь, по АД еще умудряется стрелять с лука. Фига он жесткий. Разворачивается, с лука еще стреляет. Вот, кто Лего пишет, того мы не рейдим. Мы договаривались. Хорош. Кто вам Лего пишет, того не рейдим. Правда, ему что-то уже со старта о, плохо C4. Стало. А, да? Это ты где его убил? Это вот этого пацана, что ли? Мелкого. Не-не-не, это, короче... Тихо, сзади, сзади, сзади по скале. Сзади по скале! Сзади двое! Трое! Поднял! Метр, вставай! Нахлёбывай всех! В кустах может быть! Хорош! Лучше, они за нами следили, прикинь! О, нагрудник! По мне стреляет кто-то. Убил. Хорош. Есть аптечки? А, да, у меня много. Кит медикал можешь впаять и у них забрать. Смотри, они за нами следили, да? Получается, да, так. Они долго бежали. Долго-долго, в спину, если так шли. Выманивали, выманивали. Но не вышло. Но не выманили. Мы, они что, думают, что мы совсем, что ли, дурачки? Я смотрю, сзади кто-то идет. Синие такие, сразу сказал. Ты его развернулся ему в лицо, с болтовки дал, тот меня начал ложить, и убегаю. Ты считай, я тебя поднял, а ты убежал, да? Ну. Вообще нормально. Так, погнали на эту зайдем, на цистерну. Там добьемся и на хом улетим. И наша новогодняя битва будет закончена. Нет, интересно, скоро сейчас все подразобьются, будет поинтересней. Просто это мы сейчас, во-первых, на кураже, во-вторых, у нас в команде разногласий нету, в-третьих, грубо говоря, у нас новая команда. Ну, как новая, относительно. Когда новая команда, всегда на кураже выигрывается. Потом наступает первое поражение, взрывы, и все начинают дезморалить. Если после этой дезморали все как бы остаются и нормально все... Тогда уже нормальная команда становится. Это что за лестница такая? Не знаю. Лестница в мир. Вот классно было бы попробовать тоже такой ивент договорной замутить с кем-нибудь, с каким кланом. Просто осады цистерны без использования телепортации. То есть, допустим, четверо охраняют и шестеро... 4 на 4. Ну или так, да. Ну, мне кажется, кто защищать будет, это да, несправедливо. Да, да. Надо защитников меньше, чем атакующих сделать. И как-то... Допустим, 4 на 6. Да, чуть такое. Вот это нормально. Но это надо с нервами договариваться. Не знаю, согласятся они на такое. И просто пофаниться. Устроить как бы... И, допустим, приз тоже обоюдный намутить. Мы, допустим, закидываем 3 сишки готовых. Я не 3 сишки готовых. Кто выигрывает, то есть по 2 раунда, по 1 раунду, как в КСе. То есть сначала мы за атаку, потом они. И по очереди вот так. Ну, прикольно будет. А почему у нас 4? Ну, нет, понятно. Я имею в виду, к примеру. О, сука, кто-то шмаляет. Все, ему прилетело. Иллюминяти просто прилетает. Че, говоришь, с лука тебе попали? Не, я говорю, стреляет в меня, это вот он, походу. Угу. Опа-на, где-то еще были выстрелы. Че, там дальше. Наверх поднимемся? Нет, че. Да, наверх не пойдем. Там правее немного, там. Пойдем туда. Угу. Блин, может еще нас где-нибудь будут зажимать. Не, молодцы насчет, по счет нервов, то, что они нас караулили так. Они, вот, они... уже дома строили. То есть, смотрите, это уже беги, наш, это уже наш косяк. Косяк в чем? Никто из нас, получается, не смотрел в спину. Хотя это можно делать на кнопку Alt. Просто каждый раз смотреть по бокам, сзади, что происходит. Они же не могли, они реально, мне кажется, долго шли. Они не могли так быстро ниоткуда появиться и уже начать стрельбу. Может, просто один пробегал, увидел нас, и все, кто прошел. На это были нервы?
Да, ну те, которые вот мы убили. Возле дома, да? Первые были. Дом, да, угарный. А вот это вот интересно, конечно. Пойдем туда посмотрим, что ли? Или плыть долго? И смысла да нету. Тут вроде низ. Да тут нет, тут не а, надо ну, плыть. Давай пешком посмотрим, что а за нет, дом. Нет, надо. Надо, надо. Долго? Ну давай боком. Боком же быстро плыть. Вроде не пофиксили эту штуку. Офигеть. Вот это что? Ну, мы бы тоже, в принципе, если бы строили, тупо фармили, тоже бы, наверное, такую ерунду построили бы. Я там строил, я понял. Эй, а мы? Смотри, что босс наделал. Хитрый босс. Для того он и босс. Пошел себе. Не буду, говорит, я пачкаться в воде. Вот это хрень. Чак намочить. Ну хотя. Опа, на это откуда? О, посмотри, смотри. Это вот откуда? Много кто говорит. Там рейдит, рейдит. Пойдем, пойдем, пойдем. Да, 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 да. Направо идите быстрее. Убил одного. Хорош. Кочегарку прилетело ему. Я забегаю. О, пайпушник. Дожди, я что-то вообще не понимаю, что здесь происходит. Здесь шкафы можно зарегаться, может что можно заметить. Здесь лута у чувака. У-ху! Револьверы, патрики, ресики. Подлутайте, вот. Помогите долутать. Вот здесь вот. Ресурсы вот у этого, ходит, красного. Идет. Красного долутайте. У меня места нет. Давайте прыгать, прыгать как тогда. Подожди, а если мы туда в окно запрыгнем, дальше что? Там что? Там чекнуть надо, что там. А вот ящик, смотри, стоит сзади. Можно что-нибудь доремувать? А смотри, у него здесь не доделано. Вообще, я тоже не понимаю, что за дом. Что за бредятина? Чувак там крысит. Где? Где, где? В кустах. Смотри, у него крыша отлетает. Из-за того, что стена стрёмная. Странно, я ничего не понимаю, что за дом. У него там половина верхушки развалил. Это что такое? Это чей Томпсон? Это я. Ага. Так, я сейчас развалю ему, вот, крышу. Чтоб... Тут залезть вроде можно, иди сюда, пацаны. Давай, давай, идем. Ну я же говорил. Кто с болта сейчас? Я? Да, садись да. Сюда. Оп. Вот отсюда. Может, за это, запрыгнем туда, Дейл? Ну я хочу, давай. Ну-ка, давай, а, да-да, прыгай и, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот, может, с лестницы лучше здесь давай, получше. Давай. С лестницы не давай. Очень круто запрыгивать на второго чувака. Я залез. Мне Денчик подкинул. Там Shift-Ctrl надо. С Ctrl под конец. Так, тут дверь. Тут в принципе. Да, сзади это что? Сзади. Бежит с пайпухой по улице, двое бегут! Нас это, нас окружают. Ну ждем, ждем, ждем. А опять чего он не умирает, ага? Ждите, 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 возле входа двое-трое. А вот здоровый чувак. Возле входа он. Все, добил. Я попал по нему чуть-чуть. Добить надо. Еще там один. Там еще один. Хорош. Я постучу пока в дверь. Может, еще кто придет. Еще кто-то топает. По правой стороне дома. Да-да-да, с револьвером. Полуголый. Вокруг дома зашкерился. По-моему, забежал, да, забежал вовнутрь. Я обойду, обойду, обойду. Забежал вовнутрь. Где-то внутри. Минус. Все, да, нормально. Еще кто-то тут. А, это свой, все нормально. Ну все, вроде разобрались. Так, здесь знаешь, что можно замутить? По-моему, ничего. От того, то, что... Подожди, это, конечно, можно топорами лупить, но смысл? Это брошенный дом. Он. Я не ждал, блядь, Денцов, садим, пожалуйста. Сейчас я посмотрю стенки. Там прыгать тоже надо. Прыгать и через Shift-Ctrl. Вот я через угол запрыгнул, не через лестницу. Во. Кто-то еще бежит. Да-да-да, кто-то топает. Есть, есть, лучник. Есть. Еще один. Еще один, еще. Два, двое. Мне аж две стрелы засандалили. А, в хате трое сидят. Ага. Минус один. Так, а где другие те были?
За дверью, кстати, топы... чувак стоит. За дверью чувак стоит? Да, прям за дверью стоит чувак. Это плохо, а он с оружием? Не знаю, я... Она стреляет. Это я. А, это ты. Он за... Блин. Ты его убил. Так. У тебя много костей? У меня костей. Ребят, ну я фуловый в инвентаре. Я тоже фуловый. Я тоже фуловый. Нет, костей вообще нет. Я тоже фуловый. Мы все фуловы. Ну, может, давайте на хом. Может, на хом и закончим тогда. Ну. Подожди, а если в окно сможно? Ну, я тебя слышу. Да, тут в окно можно. Там лут какой-то есть. Думаешь? Там только что убил двоих чуваков. Нет, не реально. Давай, слышишь? Че? Ну как, с чипом тогда посаживались? О, ну это сложно. Нет. Ну давай. Попробуйте, я пока крою здесь возле входа. Нет, и возле двери это самое вообще сложное. Тихо, он здесь с копьем, что ли, ходит? Встань другой, ну так вот, в принципе. Ты пока кто-то смотрите по сторонам. Здесь какая-то оживленная местность, чувак хотя... Чувак ходит, стоп. Там чувак так ходит? Так прыгать не очень охота, да. Ну тогда все, давайте, давайте на ход тогда, да. Новогодняя пробежка закончилась. Так, 30 секунд, сейчас все прописали? Да. Все, ждем. Я шотгана здесь в дверь смотрю и улетаю. Был наверху. Не, шотган в вещь с красными патриками, когда вот замесы начинаются вблизи. Да, просто пару выстрелов и все. Угу. Кто-то опять стука держит. Смотри, что по-моему урон не нанес. Да, что все ушли. Мне чуть-чуть. Я тпшнулся. Все, тпшнулся. Ну что, ребят, новогодняя серия. Желаем вам всем хорошего настроения, праздника, всем здоровья. С вами был Лего и наша команда. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Всем пока. Всем пока.